Это самый большой елочный базар в Саратове. Может быть, поэтому пушистых красавиц предлагает сам Дед Мороз. Сказочный дед приторговывает соснами в центре заводского района. На выбор предлагает 2000 деревьев. Семья Евстифеевых каждый год покупает живую елку. Отец семейства считает, она неотъемлемый атрибут праздника. Радостно, конечно. Старшая украшает сама, помогает украшать. Ну, маленький, естественно, пока еще не видел, впервые увидит. Купить новогоднюю красавицу можно в пределах 200-300 рублей, в зависимости от размера. Отпускная цена самого лесхоза в этом году выросла. Что в том году у нас была закупка там примерно, ну, подешевле, там, рублей на 20. Вот, в этом году, конечно, подороже, не знаю, с чем связано. Вот. Но мы держим все равно одну и ту же ценовую политику на протяжении нескольких лет. Продают в Саратове не только местные елки, есть и из соседних регионов – Пензы, Ульяновска, Самары. По словам продавцов, сосенки нашего региона уступают по качеству. Ну, просто получилось так, что по качеству там продукция оказалась лучше там, да. Купить пушистых красавиц можно в любом районе города. В Саратове сегодня работает больше 120 елочных базаров. В этом году, как и в прошлом, заготовили около 100 тысяч деревьев. Заготовлено будет 82 тысячи. На сегодняшний день 68 уже заготовлено. Часть из них где-то порядка 40 тысяч реализовано. По цене от 100 до 150 рублей. Кстати, в этом году у саратовцев есть возможность купить елки подешевле. Распродажу устроят сами лесхозы. В ближайшие выходные новогодними деревцами будут торговать на рынках в Солнечном и Юбилейном районах. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.